Хей, йо, гайс, мы Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Так, мы с вами прибыли к Лилит, мы помогли ей. Да, это новый персонаж, мы в ястребе. Здесь у нас два новых типа врагов, это безбашенный... Не, подождите, мы безбашенных уже встречали. Мужики с касками на головах, которые начинают как буйствовать, если их типа каску снести. Пока его не схватили кровомесы, Ролан собирал информацию о хранителе. Так, подожди, Жетон безбашенности, урон охранности, меткость, урон в ближнем бою, максимум здоровья, шанс времени стихийного урона. Меткость. Дальше, по инвентарю, у меня уже начинает заполняться. Да, у меня уже почти заполнился. Зачем я карту открыл? Что я хочу сейчас сделать? Подождите, я забыл, что я хотел сделать. Так, время подрубить. И ладно, плевать. Тебе нужно найти Роланда. А я вернусь в убежище, буду наводить порядок в городе, пока он не вернется. Но сначала телепортирую тебя в крепость кровомесов, там они его держат. Все будет круто, ты нападешь внезапно и всех перебьешь. Не шевелись. Не-не-не, магазин! Магазин! Магазин... Я только что тебя передвинула, типа, футов на 10, да? Да. Извини, я еще не совсем освоилась с этим. Да, кстати, в крепости кровомесов много реально крутых парней, так что тебе и не мешало бы потренироваться. Ты хорошо справляешься, кстати. Продолжай в том же духе. Класс. Ладно, давайте пробежим, может я здесь где-то смогу сократить путь. Сказать так. Продать вещи. Так, кстати, пока карта. А, ну хотя это одно и то же, поэтому тихо, возвращаемся к Лили. Так, тихо, возвращаемся. Главное, чтобы я сейчас, если его упаду, блядь, чтобы я не сдох. Вот самое главное то, что меня волнует. Если там будет невидимая стена, я просто сдохну. А нет, тут есть трамплинчик, нормально. Значит, здесь все подготовлено. Так, продаем вещички. И побежали. Брам. Бац. По гранатам. Таурон. Да, там. Ладно. Неважно. Угу. Мне еще нужно продать 25 предметов, чтобы апнуться. Может быть, мне даже безбашенность одну дадут. Кто знает. Ну, навряд ли я уже обратно вернусь. Хотя... Попытаться. Вот стоит ли. Я могу попытаться пойти по веревке. А, тут невидимая стена, ладно. Ладно, понял. Держу в курсе. Давайте, ладно, все-таки попробую. Мне кажется, я сдохну, потрачу косарь, блядь. Жалко будет. А если там что-то ценное, я все равно туда попаду. Побежали. Это не хоррор, да, это у нас не Dead Space, можно просто бежать, тирашить, нападут и. Небольшая уж так проблема. Так, это сокращение пути, о котором я вам говорил. А видите, так бы мы сундук пропустили. Хороший. С пушками. У нас бы как раз и места не хватало. Так, а то место как раз то, что мы открыли с вами. Давайте еще в эту зону пробежимся, да? Нет, мне нужно сюда. И наверх. И через эту... Ну, мне, короче, возвращаться просто нужно. Если верить карте. Я хочу проверить, что там.
Ну, пугать было не обязательно, я думаю. Давайте еще обход сделаем. Дальше пойдем немного. Там, по сути, наверх, да, можно было забраться. Я уже не заберусь никак. Входа уже не заберусь. Два варианта. Я бегу по прямой. Я бегу по прямой. Там лесенки нету. Да-да, коснули, коснули, коснули. Кажется, я не тут в то место забежал. Немножечко. А, мы все равно сейчас здесь посмотрим. Что да как. Чем дальше, тем хуже. Ух ты ж, ё-моё. Лучше б я не оборачивался. Так, ну и большинство от меня отстало. Вот и все отлично. Только не пойму, это где-то проход сверху или здесь можно пройти? Нет, нельзя. Ладно, пробежали тогда обратно. Так, еще есть затемненный вот участок. Парень, не до тебя. А, вы по вас зарождались. Кайф. Так бы сразу сказали, что мы по вас зарождались. Это меняет тогда планы. Бежим, 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 бежим. Не вариант нам перезаряжаться, просто бежим, бежим, бежим. Все, готово. Но все равно там темный участок, блин, я не понимаю. Может, гучекнем все-таки. Темный участок. Где это был темный участок у нас? Ну, это наверх, но я не могу туда попасть, как бы. Туда не залезть. Что, и вы тоже уже повозрождались? Ну, трупы, да, трупы, да, поисчезали. А туда никак не залезть. Я не знаю. Там что-то есть. Там и сундук. Нет, там нету сундука. Там то, что мне нужно. Там как это этот. Вам диктофон. Пиздец, уже 8 минут. Там он, локация. Остановись. Так, выбегаем, короче, берем машину. Трирога водораздела. Так, у нас это, кажется, не то, да? Не то место. Вот. Я вернулась в убежище. Действуй осторожно. На танке засели кровомесы. Раздобудь машину, пусть она примет на себя часть пуль. Ну, это без проблем. Это без проблем. Спасти Роланда. Миссия у нас. Это у нас с другой локации, да? А теперь у меня вот такой вопросик есть. Какой из... Либо мы пойдем там, где на нас нападали враги 15 уровня, либо это там, где зона у нас была еще недоступна. Вот такой у нас еще есть поворот. И это у нас... Так. Выход с карты. Холодильник. Нам сюда нужно. Поехали.
Холодильник нам не нужно. А что если туда на гору полезу стоять? Давайте туда поедем. Машина же позволяет туда заехать? Позволяет. Походу ничего. Ладно. Почему туда? Блин, нужно сделать так, чтобы вообще в игру... Ну, то есть не в игру. А туда можно было залезть только... Там ящик, но не хочу за ним лезть. Вот, да. Приезжай поближе и погуди. Возможно, все не так сложно, как нам казалось. Погуди. А, Z. Хорошо. Да, да! Открываю! Стойте, идиоты! Это не наш грузовик! Он это нормально! Так, мне нужно... Поосторожней там, амиго. Серьезно. Окей. Нам нужно поехать за машиной, как он говорит. О, блин, это вообще... Это пески, это у нас уже еще новая одна локация. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё, она огромная. Наконец-то добрался до песков. Твой эхо отключен 10 часов. Я думал, что стряслось. Но ты здесь, так что... Типа... Ура. Блин. Я стервятника вижу. Этих, ладно. Мы просто поубиваем легко. А, и по мне теперь машины херячат. Круто. Так, вот эти я машины что-то вообще не пробиваю. Но урона нашел. Ох, нихера себе. Какой вид. Давай. Видите, им, короче, нужно в голову стрелять, чтобы они, типа, не могли как бы двигаться, типа, я не знаю, как это, остолбенение у них. Нужно было тебя еще тогда завалить, жердяйка! Извини, не расслышала! Громче кричи! Элли любит обнимать и убивать. Слышу, я тебя собью. Ну, сбил, проверяйте. Я Элли. Мой брат говорил о твоем приезде. Сюда гости редко заходят, особенно такие симпатичные. Хочешь спасти своего приятеля Роланда? Их можно обдурить. Подъехать к дамбе на их же грузовичке. У меня на примете есть один, который я... раздавила вместе с водителем. Да, тут я сплоховала. В мастерской у меня есть грузовичок и почти все запчасти. Так что останется лишь разукрасить машинку в стиле кровомесов. Добавить шипы, черепа, кровь и прочее. И это все можно надыбать у местных разбойников. А, добро. Так, ты что мне скажешь, приятель? А где шоссе?
опасной зоне, мужик. Мои приятели турнули меня из отряда стервятников и теперь празднуют, играя головой психа в волейбол. Кради их мечи и сожги сетку. Ну ты злой, слушай. Какой только ты мог, да, придумать? Ладно, сейчас замутим. Так, стоять, вот это вот прикольно. Инвентарь. Ту-ту-ту. Ага, перезарядка немного поменьше. Надо считать типа револьвера. Ладно, пускай пока что будет у меня этот взрывной. Пускай. Так, машиночку берем. Далеко твои эти приятели находятся? Нет, можно съездить туда. Ну карта, блин, здоровенная. Ну хотя нам дана машина. Это вас... О, тихо. Тебе нужно взрывать машины разбойников и выбирать нужные нам штуки из их обломков. А если начнут обзываться, не обращай внимания. Так их даже веселее убивать. Будет держать в курсе. Значит, вы с моей сестрой подружились. Круто, круто. Правда, если ты начнешь шутить про ее морду, мне, конечно, придется привязать тебя к торговому автомату и поджечь. Если вы вместе просто тусуетесь, то круто. Воу-воу-воу-воу! Оружие везем, ясно? Ну-ка отвалили все подальше, а то вам не жить, ясно чё? Как мне убить вас? Мне не хватило. Ну вот я и сдох. Сейчас там типа минус 2000. Ну, в этом где-то районе. В районе 2000. Косарь, в принципе, неплохо. Если тебе не нужны ремни безопасности, подушки безопасности, так. И вообще безопасности, а не косёт. Падаль. Попытка номер два. Не, я не знаю, может ракет, конечно, и выгоднее брать. Вот такое. А, полетели сначала к этим. Мячики их не спалим. О! Челик без башен. Без башен. А ты чё по мне стреляешь, слышь? Подожди, я хоть туда приехал? Ребят, мне к вам нужно было? Эй. Да блин, у них уровень большой слишком для моей машины. Что мне делать? Очень большой. Мне нужно как-то забрать ихнюю волейбольную сетку.
Так, где-то они должны быть здесь. Давай мы туда попозже заедем, подожди. А что я получу, что я получу? 4 эриди еще я получаю. Круто, что сказать. Не-не-не, тихо-тихо-тихо, не-не, ты не проедешь. Остановись, каравен! Уехал. Это был мой каравен. О, здорово. Чё, как дела? Блин, а если бы я караван, наверное, зацепил... Нужно было этих ребят, да, наверное, убить? Или бы он не остановился? Скорее всего, бы не остановился. Ладно, погнали выбивать дальше детали. Тут тупик. Ну, там есть магазин. Здесь тоже предлагают мне с машины вылазить. Чё-то много места, где мне говорят, дуй, наверное, пешочком. Ля-ля, я тоже такую хочу, слышь? Блин, ну так у них тачки лучше, чем моя. Их не пробивает жестко. А моя нет. Почти готова, говоришь? Знаешь, Роланд выдержит все. Но я не люблю, когда его пытают дольше, чем... Давай, 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 давай. Это единственный минус, который я вижу, типа. Сейчас. Манать, вот что за геи? Вот смотри, они просто меня рашат. Так что здесь за зона? Хижина с самогонщиком. Карта, карта, карта. Там залетать только нужно, а проехать туда можно? А ну-ка. Так, туда не проехать. Посмотрим с этой стороны. Нет, тут не проехать. Тут в основном нужно заезжать на этом. Так, таким способом, обычным, пешим. Ладно, поехали сюда. Закрытая территория. Ну, в принципе, изучена, да, считай, карта? Ну, сейчас. Ого! Ого, муравей! И ничего не выпало? Ну, здесь, ладно, только выпало, и все.
Модификатор класса 13 уровня выпал. Бомжи поедают. Интересно, вот действие вообще вот второй части где происходит? Ну, типа, Пандора, это понятно? А если быть точнее? Тихо. Отойди. Ну, здесь пешком вообще не вариант. Пойдешь пеша, сдохнешь пеша. Разблокировали зону. Что ты палишь? Не пали по мне. Да, довольно огромная зона. Я не знаю, сколько буду ее исследовать. Что меня может максимум бесит, это то, что постоянно на машине нужно ехать. Давай. Замечательно! Теперь загрузим все это в тачковат. Как все исчисляется. Объясняю. Передай скутеру, чтобы он перестал поджигать моих клиентов. Я могу сама за себя постоять. А скутер — это ее брат. Она его сестра, а их не отец. Это в первой части, помните, мужичок был с костылем. Это он и есть. Не поможешь мне? Тебе попадались на глаза фигурки в виде меня на капотах Реднеков. Похоже, они хотят посмеяться надо мной. Но эти фигурки очень крутые. Бери их с машин и принеси мне несколько таких. Добро. О, тихо. У нас же по времени там нормально, да, по времени у нас еще есть. Перезарядка, емкость магазина, на последний рывок. Это у нас что? Модификатор класса. Восстановление здоровья, максимум уровень здоровья. Перезарядка. Емкость магазин. Хотя я лучше этот возьму, слушайте. А, создать машину давайте посмотрим. Грузовик, вы получили доступ. Так, бандитская тачка. Это больше похоже на тачку психоубийцы. Давай жми обратно к дамбе и попытайся прорваться. Но она и машины разносит как бы лучше. Мамочка Мокси всегда говорила мне, что если я похудею, то буду больше нравиться мужчинам. Чего она понимает? Эти парни из кожи вон лезут, чтобы мне понравиться. А я ничего не делаю. Слышь, куда вы улетаете, вы? Боитесь моей тачки? Это все напомнило мне, зачем я переехала сюда. Некоторое время я жила в убежище, но Мокс постоянно надоедала мне. Поработай на меня, сделай макияж, худей. И я устала от ее нытья и приехала сюда, чтобы жить самостоятельно. Ну и еще я боялась, что скутер может запасть на меня. Совсем чуть-чуть. Не, ну смотрите, как мы теперь выносим их. Ну, хотя... Быть честным, мы не попадаем. Кто кого перекликает? Does it me? Только глянь, словно орел, парящий в полночном небе.
Только орел весом 120 Чё, кило блядь? И с обалденными сиськами. Чё, блядь? Летающий мародер. Видно, что мародер летающий. Да, здравствуйте. Хорошая игра. Хорошая игра. Со своими багами это понятно. Было сразу. А куда без багов в наше время? Эх, никуда. И последний где-то там. Я не понимаю, я попадаю или нет? По идее, попадаю. Так, а теперь мы с вами залетаем в этот портик. Залетим с вами в портик с помощью точилы. Сожгем мячики, сожгем сеточку для волейбола. Надеюсь, она долетит. Да, долетит. А чё по урону? А что по дикому урону? Класс. Приятно видеть дамажащего меня. Дамажащийся их. Мячик. Это не смешно. Ты такой тупой. Там такой. Там такой. Должна ли хватать эту хрень? У тебя нет времени, чтобы думать. Сануешься, умрешь. Отлично. Сейчас у тебя украдем. Да. You're not ready to me. Так, это обычный разбойник. Мои доги. What? Ага, летающий ястреб. Побежали. Так, в этой, да, части теперь остались мячики. Тихо. Я думаю, смогу я быстро проскочить с пистолетиком. Поехали. Я не, я не убиваю. Так, валим, 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 валим. Здесь, да? Ну я этого не буду.
все, парень просто в бешенстве. Пипец их. А как мне пилота застрелить? О, готово. Поехали. Где? 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 Как туда забраться? Как забраться туда? Отсюда? Я практически все достал. Не облажайся сейчас. Так, еще один керосин нужен. Оп. Новый подарок. И задай жару этим сукиным детям. Я немножко упал. Бежим, пока он дикует. Дикует, фрикует, он нападет пока на того. Штурнули меня, потому что считали каким-то болваном. Но ты покажешь, что я опасен. А можно поджечь сетку? А у меня есть что-то, чтобы поджечь сеточку? А, круто. Можно сработать? Огонь. У меня не срабатывает, у меня типа взрывается, но не палит. Классно. Давайте искать теперь оружие с этим. Огненное оружие. Хоть какое-нибудь любое. Типа, у меня огненный пистолет. Но не так работает, как надо. Не, хотя можно попытаться одну вещь сделать. И пока я горю, добежать. Серьезно? Ладно. Повезет ли мне сегодня? Огонь, огонь, огонь. Теперь. Взрывы. Боже, ты бесишь, где ты? Да оно не горит, алло. Где мне огонь найти? Огненной пушки? Нет. Нет, не огненные. Но тебе говорят, не сдавайся! Ты пожалеешь об этом! А мне огонь по-любому нужен. Погнали искать. Как мне поджечь сетку? Классно. Я сейчас вообще просто сдохну. А, все, они теперь не обращают на меня внимания.
Типа у каждого, как я вижу, врага есть своя зона. То есть мне нужно только с их зоны сбежать. И я сдыхаю. До свидания. Ребят, мне нужно это оружие, поймите. Я его, как бы то ни было, достану. Я не могу водителя убить с одного выстрела. Давай, давай, давай. Кто next? Все. Готово, все. А пушек-то и нету. Ну, короче, с этим все ясно. Короче, все ясно. Нам придется походу обратно потом возвращаться и за пушки. А, ну что, выбор есть. Был бы магазин, я бы в магазине купил пушку. Была бы пушка магазина, я бы пушку купил. Молодь, карлик там раздает. О, изи ап. Хотя бы апнулся. Нет, ребят. Без понятия. Без понятия, где могу раздобыть оружие. Мне нужно хотя бы что-нибудь огненное. Давайте тогда будем все-таки собирать вещи, пускай они у нас остаются, и пускай они будут у нас всегда в инвентаре. Потому что вот такие вот проблемы. А огненные пушки нигде нету. Хотя бы чтобы были каждой пушки вид. И пшлак. Шлак, да, кислота. Так, там еще есть ящики. Но это надежда только на вот эти маленькие ящички. Ой, большой ящик есть. Электричество, электричество, бомба. Класс. Ничего у нас тут нету. Я не понимаю, почему они зависают в воздухе. Чем это связано? Так, а вот то есть надежда, то что... То вот огненная снайперка. Да, это огненная снайперка. Фу, повезло. Это должно обрушить их башни. Никакого больше плотно замедленного волейбола, а сложопые. Так, стоять. А, стоять. Так у нее оно лучше, слушайте, чем моя. Ну, хотя, боеприпас слабый. Нет. А почему оружие не поменялось? Еще новый уровень? Я еще новый уровень получил. О, нихера себе. А, давайте вернемся, типа, и остановимся на этом. А, я вместо пистолета поставил. Ну, блин, я не знаю, ну, спорно, типа, огненная, да, ну. Не хочу. Ладно, продам. Так уж и быть, продам. Безопасность я тебе не гарантирую. Надо место доесть.
А бочки, скорее всего, работают как просто взрывчатки на дальнюю атаку. Просто расставь фигурки по всему гаражу, они будут офигительно смотреться там. Да, что-то эта херь плохо работает. По всему гаражу, поехали. Люди зайдут, увидят это и скажут. Да, чертовски красивая вещь. Да, чертовски красивая вещь. Это моя любимая. Круто. А где еще должна быть одна? А, все. А нет. А, все, вижу. Вот это клево выглядит. Все, да. Взрывы, кража и дизайн интерьера. Обалденный денёк. Так, это модификатор для сам... По идее, они должны были стакаться. Или это было в первой части, и мне почему-то вообще не выпадало они. Ну, типа, эмблемки для прокачки. Типа, для берсерка, да, там, типа, урон. Он должен, типа, умножаться, вот эти, типа, улучшаться. Ладно, ты... Ты можешь быть моим дедомом, мужик, в любое время. Ну, что-то опыта вообще не дали как-то много. Ладно, что у нас по вещам? Смотрим. Продаем. Увеличение вероятности попадания, редкие добычи, выпадения. 5% у нас мощность ускорителя. Что за ускоритель? А, автомобилей. Ну, знаете... Нет. Для автомобилей. Улучшение для автомобиля. Опа! А вот это вот, подожди, стоять. Мы можем поменять же теперь. Так, хорошо. А, я уже все продал. Так, 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 по гранатам. Ноль сразу, да, взрыв. Насколько там разница? Ощутимая разница. Давай тебя возьмем. А ну-ка. Лучше пускай будет у меня вот такая бомба. Если тебе что-нибудь понравится, дай знать. Ну это такие типичные бомбочки на самом деле. Так, значок безбашенность. Так, прокачать. Вот это, да? ПП-шку. Безбашенность. Здоровье, шанс, урон, надежда. Так, подзарядки, урон в ближнем бою. Задержка подзарядки. Урон, макс здоровье, скорострельность. Все, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.